Так, здравствуйте, друзья. Перед вами Елена Александровна Савинич. Вот. Ее можно сказать, что она у меня в гостях, а можно сказать, что у себя дома. Сколько лет? 10 лет. Уже тут. Ой, господи, когда же это? Начинался студентка, да? Ну, я приехала к вам на первом курсе, а сейчас я уже последний курс аспирантуры, 4-й год. 6 лет я училась на агрофаке и 4 года сейчас уже в аспирантуре. То есть 10 лет? Да. Ладно, значит, остались какие-то... Нет, будем говорить так. Пожалуйста, я понимаю, через несколько там месяцев ты кандидат наук. Вот. Тем не менее, надо, чтобы ты себя изображала новичка, иначе не получится лекция. Хорошо. Хорошо? Подыграю. Задавай вопросы, какие хочешь. Поехали. Ну вот, если смотреть на эти персики, насколько я помню, в прошлом году мы их сеяли косточками. Это была весна прошлого года, а сейчас вот я хочу обратить ваше внимание, что толщина штамбика... Ну, как минимум 3,5 сантиметра. Так. Вопрос, как? Ну, во-первых, как такое возможно? Во-первых, давай так. Это просто наиболее удачливый. В чем дело? Здесь было персиков, ну, несколько десятков. Да. Так? Значит, принцип, один из принципов селекционной работы. Какой? Не мешать. Раз. А второй, оставить на месте самое... Лучшее. Вот он и растет самый лучший. Вот. И почему? Смотри, другой край. Ведь смеяться будешь. Он мог быть и вот таким. Или не мог быть, а он есть такой. Смотри внимательно. Хотите, я поснимаю, а вы расскажете. Нет, мне так удобнее. Ага. Вот это вот, вот он. Это то же самое, его сверстник. И такой может быть, и такой. Почему мы их... Ну вот это и называется индивидуальная изменчивость. А вот это двухлетка. Вот. Дело в том, что первый раз мы посадили годом раньше, так, но косточек было мало, это потом мы второй год досаживали. И вот эта двухлетка, она настолько хороша, что Сергей ровно через год, когда исполнилось ровно год... Он нарезал черенки. Он уже нарезал черенки с него, то есть он сразу перешел в разряд маточного дерева. А то была бы вот такой вот был бы, вот был бы еще мощнее. Вот. Вот это вот, середина наполовину. Смотри внимательно. Я вижу, что у него серединка замерзла. Вот, вот, вот глазастая. Да, серединка замерзла. И получилось, что когда пришла весна 23-го года прошлого, здесь ничего не было, кроме вот этой вот сухой. Я поняла, вот эти две сухие вот три ветки. А вот это уже спящие почки. И это за, вот тут, да, за один год. То есть корни были прошло двухлетние. И за один год вымахали вот такие вот. Больше 1,5 метра прирост. Да, это уже за один год. Но корни двухлетние. И тогда остается добавить что? У меня надо было сохранять этот генофонд таким образом. Я пригнул и накрыл. Нет, не то, что там, как другие, а просто стеклотканью. Ну и эта стеклоткань, возможно, помогла перезимовать эту зиму. Вот. Ну и опять же, это защита от мышевидных грызунов. Стеклоткань не любят. Нет, в данном случае, конечно, защитить полностью от мышей мы не могли стеклотканью. Это когда мы заворачиваем каждый штамбик. А я просто накрыл сверху, распластал. Угу. А вот, вы их вот пригибали так к земле, да, припиливали? Я проще делал вон теми бревнышками. Это мне все заняло несколько минут. Прекрасно. Одно из моих этих принципов — поменьше лезть, а уж если влез, то не заморачиваться. Правильно. Вот, пожалуйста, что было, то было. Это вот это, в принципе, небольшой сюжетик. Это первый вопрос был. Да, первый, наверное, последний пока. Ну, пока... На этой грядке, да. Так, а где мы не были? Мы не были там, где мы вместе с тобой прививали. Да. Учеба по прививке. Да, пойдемте. Сейчас пойдем. Так, ну, для начала, так это отдельный фильм, можно помахать руками, улыбнуться, вас нас снимает камера. Хорошо.